Ссылка на приватный сервер для Drag Racing уличной гонки в описании. Всем привет, в этом видео покажу дюб для Drag Racing уличной гонки. Вот у меня есть одна... Итак, сейчас мы ее давайте умножим, так сказать. Для начала заходим в чат. Выбираем любого человека в приват. И пишем любое сообщение. Далее заходим в город. Покраску. И меняем цвет, например, на красный. Мы его покупаем. И возвращаем, который цвет у нас был. Вот, белый. И его тоже покупаем. Теперь возвращаемся, заходим в рынок и покупаем белый чертеж. Это обязательно. Все. Теперь заходим в гараж, забираем этот чертеж. И все, у нас теперь две Альмеры. Теперь мы можем ее продать. Вот их две. Абсолютно одинаковые. Давайте продадим одну, все. Теперь у меня только одна. Вот такой вот баг. Деньги у нас остаются. Мы их можем тратить спокойно. Все. Они спокойно тратятся. Например, что-нибудь купим. Вот, все покупается. Все работает. На ней мы также можем ездить. Бензин потратился, мы проехали, и все нормально, ничего не произошло, ошибок никаких не было. Вот, то что она одна. В общем, всем пока. Ссылка на приватный сервер для Drag Racing уличной гонки в описании.